Здорово всем. Добро пожаловать в Dying Light. Это будет первый взгляд. В общем-то, эта игра мне уже давно установлена. Пока с параметрами поиграл, с тем и тем, вот никак не доходит. Сейчас просто немножко поднадоел что-то 7 Days. Думаю, дай-ка я хоть немножечко порублюсь. И вот меня заинтересовал, вот я зомби. Давай посмотрим, что это за хренотень такая. Нет, я в нее еще вообще не играл. То есть запускал, настройки тестил. Так, на этом и остановился. Правда, у меня интернет сегодня подлагивает, это может быть проблемкой. Но понравилась якобы возможность, что здесь можно вот режимом «Я зомби» к любому игроку, который играет, как говорится, там, запиндюриться. Так, и здесь от первого лица тоже. Чему-то начал напоминать Alien vs Predator моментально. Ничего не понял. И на ты прыгаешь. А неплохо зомбик-то сделан. Дырка в груди, жесть. Так, движение с помощью щупалец можно двигаться даже быстрее, чем прыжками с ускорением. Держите ПКМ, чтобы выбросить и прикрепить щупальца к стенам другим предметам. Движение начинается сразу, как только они будут закреплены. Отпустите ПКМ. Полетите вверх, преодолеть препятствия на пути, передвигайтесь таким способом по местности быстро. Ни хрена себе тут. Японская блоха. Да ничего себе. Жесть. Ужас какой-то, что такие зомби, если не буду воевать. Рад расстояние он покрывает, ёпт. Че, издеваетесь, что ли? Вопль охотника может найти добычу. Охотник также может бить врагов лапами. Это слабый удар, поэтому лучше всего добивать раненых врагов. Ёперные-то матрешки. Да я этой хренотень ничего, не могу никого притянуть.
Это человек. Жить-то я могу. Так, режим довольно любопытный. А что тут получается, могу за зомби играть? Здесь полностью, охренеть, здесь абсолютно полностью свободно открытый мир. Я что-то думал, она локационная вообще. Че ты там прыгаешь, блин, на двух мосточках? Да ты издеваешься. Да ладно. Вкусняшка. Вкусняшка, вкусняшка. Где-то была вкусняшка. Почему я не могу? Вопрос в том, почему я не могу к себе его этим притянуть. Так, ну ладно, нам надо куда-то. А, лучше так прыгнуть. Атака с высоты косвака вашего главного оружия. Вы можете разделаться жертвой одним махом. Атака с высоты возможна, когда скелет вашей жертвы подсвечен. Это зависит от расстояния между вами и относительной скоростью. Чё я этими кишками? Я, мужик, потерпи. Еще раз попробую. А, ку-атака с высоты. Мухи. Я думал, как это надо будет по-другому. Да, ни хрена себе игрушечка у меня тут висит. Я не знаю, сколько она у меня. Я ее установил как минимум полгода назад. Нет, больше даже. До Нового года я ее установил. Я так и не смог в нее поиграть. Времени не было. Так. Вы быстро ощущает ваши силы, можете атаковать с тысячи, запас энергии не полный. Успешный удар о землю позволит вам бежать, когда запас энергии исчерпан. ПКМ. Левая кнопка мыши. Yeah.
Слушай, очень забавно. Я вот играл, конечно, в игры много. Эти сраные лампы прибить. Так, вы можете прервать учение. Чем уметь прервать обучение? Вообще, будто я за вампира играю. Да, с такой тварью я бы явно не хотел встречаться. Что, вида третьего лица серьезно нету? Ну слушай, по возможности, считай, не становится цели. Врага уничтожит ваши гнезда, защищая их всеми возможными способами. Ваши личинки, прыгунов во всех пяти гнездах будут уничтожены, вы проиграете. Гнездо перед вами в опасности. А, ну это типа... А где гнездо-то хоть? И гнездо. Не, очень красиво сделано, слушай, обалдеть. Так, гнездо перед вами в опасности. Я на балкон даже... Не, слушай, я не ожидал, что я на балкон смогу залезть. А, вон вижу. Долбодятликов. Это то есть ихнее свечение, так сказать. Обучение полностью продолжать повышать навыки, вторгнитесь в чью-либо игру. То есть, в принципе, я могу любую игру зомби вторгаться и пытаться играть. Этот режим надо попробовать. Это тогда игра, ну я извиняюсь, она меня зацепит немножко посильнее. Чем тот же самый Seven Days. Эту рожу я уже видел. Это и есть личинки, что ли? Жесть. Здесь можно кому-то за подлянку устроить, если я правильно понял. Хм.
Ну, в света можно защищаться. Не, ну это охренеть можно. Тут такие возможности игра предоставляет. Сколько она... Да, сейчас не посмотреть, сколько она стоит. Я давно покупал, она, скорее всего, заблокирована. Так, это яйца, блин, или вообще что? Ну, понятно, что там вот эти вот личинки, это и есть, типа, хрен пойми что. Я не ожидал такого. Так. Что ли где-то? Понятно, это тренировка. Короче, это просто тренировка, я понял. Ну ладно, что ж, думаю, это тренировочки сойдет. Конечно, очень интересно. Так, включен режим одиночной игры, окей. У меня сегодня проблемы с интернетом, так что удивляться здесь нечего. Надо посмотреть, что за одиночная здесь игра. И, собственно, так. Параметры. Не, я в сети. Здесь даже отражение зомби есть. Так, это очень как-то странно, конечно. То есть могу в одиночку поиграть, могу по локальной сети. Блин. Ух, ёпта. Блин, надо, слушай, подумать. Я сейчас прикину, что к чему. Сейчас все равно я не смогу локальную сеть сделать. Не локальную сеть-то я смогу сделать. А проблема-то в другом.
А вот если, к примеру, вот игра взять, это настройки все. К примеру, я зомби. Дополнительно. Где я что-то не помню. Там же все повторяется. Просто было две локации одинаковые, хотя я сомневаюсь. Дай-ка еще раз посмотрю. Это как-то немного странно. Я, насколько понял, это просто временный режим для того, чтобы можно было кому-то сесть на хвост локальную игру. Да, так оно в принципе и есть. Как мне здесь уровень повышать вообще? Постоянно разрываю этих баранов, сомневаюсь. Да, я понял. Конечно. Статистика-то есть? В смысле, подбор игроков. Найти игры. Ну, я даже не знаю. Сейчас я, скорее всего, говорю, ничего не найду. У меня с интернетом прям, мягко сказать, беда. Ладно, сейчас попробуем немножко в одиночку поиграть, склею серию. А почему уровень один написал она? Это я что-то не понял. Вообще не бить сейчас не могу. Какой-то режим выключил. Можете. Понятно, это, короче, меню подбора игроков надо брать. Ладно, я пока на паузу уйду. Сейчас поколдую здесь. Может, что получится, включу запись. Так, ладно, я тут попробовал, но у меня скорость сейчас 2 мегабита входящая и выходящая. Ждать, пока сервер загрузится, очень долго. Давай посмотрим, что за компания.
Но я всегда играю на кошмаре, в принципе. Почему и нет? Экипировка еще здесь. HUD activated. Commence briefing. Approaching Harad. Data on the subject. Kadir Suleiman. A local political figure hired to maintain order after the outbreak. His brother Hassan died in a disease-related incident before we were able to evacuate him. Suleiman blamed the GRE for Hassan's death. He stole a highly sensitive file which became his bargaining chip against the GRE, with instructions to publicize it if anything happened to him. Data on the subject. The stolen file. Jump in 10 seconds. It details the incomplete process of synthesizing a cure for the virus. If implemented in its current state, the produced substance may be extremely toxic. Now. Also, the file contains full description of the virion's structure. Any attempt to use it would result in countless lives lost. It must be recovered. Further information. Current status. Suleiman sent the file to an associate unknown to us, with instructions to publicize it at his command at any time. To counter that, we instituted a citywide communication jam, preventing him from publicizing the file. Your GRE-issued radio can overcome that jamming. It is your lifeline. Do not lose it. Suleiman has since gone underground and begun using a different name. We have reason to believe he now leads one of the two main factions operating within the city. You are to find Suleiman and locate the stolen file in order to save mankind from a disaster of unprecedented proportions. Так, оружие будет хоть? I told you that wasn't a normal drop shoot. Break his legs, then take him to rides. Back up! All of you! Stop! Loud noises draw them. Да убивай ты всех! Fall back! Fall back! По ногам стреляй, да и все. Приготовьте лазарет, здесь парень с сильной травмой головы. Почему Dying Light у меня ассоциировалось с игрой какой-то коридорной, локационной, я что-то не понял так. Какую игру я ее перепутал? И мне почему не играл? Потому что мне что-то сложилось впечатление, что это какая-то коридорная тупая игра. Знаешь, наподобие побегай, помочи там и все. Ничего такого интересного. С дебильноватым сюжетом. Pinch him. You're scared. Not scared. Then pinch him. He blinked. What? He blinked again. What if he's a zombie? Run!
Даже полазить нигде нельзя. Вот это вот вообще уже свинство. Дайте хоть в шкаф залезть. Вы в безопасной зоне. В шкаф залезть дайте, сволочь. И чё? Аж украсить нигде не могу ничего. Дайте окно выбить, спрыгнуть. Сейчас YouTube не там. Тирин. По пятой точке. Проспал три дня, перейдешь, пугаешь. Неплохое начало, 30. Okay, enough joking around. Head to room 190. The boss will brief you. What do you mean 31? Ask the boss. Ну, бегать-то умеешь, блин, но после того, как я зомбиком побегал, тут как-то. 31. That's your number. Так, этого был 30-30. Excuse me? Your number. You're the 31st infected. I'm the 18th. Everything is counted here. One fewer doses of antizin. One more new infected. One more runner gone. Понятно, это он дозу объясняет. Ты лучше мячик дали, чтобы он банкой не шумел, так, для справки. Джаред, потише. Перентизин. Эй, где комната 190? Upstairs. We're just getting picked off, one by one. Кратца, можно как-то послушать? You are? Crane, 31. Oh, right. How's your head? My head? Got it. Listen up. Until the boss says so, you are not on the list. So go talk to him ASAP and let's get things moving. Now, if you'll excuse me. How do you feel today? Bad. After the injection, the pain should stop. А, смотри, тут дверь закрыта, типа баррикад. Любопытно. Уже хорошая графика. Сейчас нагрузку посмотрю на ПК. Вообще минималочка. Очень даже удивительно. I'm looking for the boss. Is he in there? Oh, you're 31. Go on in. Нет, нормальная мимика, блин. Ладно, пошли к этому, блин, боссу. Все равно тут нечего взять. Лорд, мой зомби, remember, запомни, ребенок. Угу. Слушай, даже можно прочитать, что написано, нифига себе. Проработанная игрушечка. Давай с балкона нахер скинем. Станем главным. What, am I too young? You got the problem with my age? No, I... You wanted to talk to me? That's better. Do you remember anything? Know what you are? Yeah, I can see this is some kind of shelter. We call it the Tower. Brecken and his runners put it all together a couple of months ago, and we've been here ever since. Hunting airdrops, scavenging, and rescuing people. Yeah, I wanted to thank that girl. Good. Because if not for her, you'd already be chewing somebody's knee bone. Your antizin was totally crushed, by the way. Only thing Jade could salvage was your radio. Oh, great. So can I get that back, please?
Actually, I think I need it more than you do. Believe me, pal, that's not the case. Fine. Take it. You know why runners put their lives in danger? For guys like you. So now you take the antisyn meant for someone else, and you won't even share your gear with us? I don't have time to deal with your bullshit. I've lost contact with one of our guys thanks to the fucked up radios we're stuck with. Do something for me, would you? I don't want to see you or your precious radio anymore, so go be useful somewhere else. We don't tolerate lazy assholes here in the tower. Hey, be fair. I'm not lazy. I'm just... Hey, boss. Save it. That last guy I mentioned, he's only on the 13th floor, but he might as well be trapped in a mine cave. Come back later. На 13 этаж. I'm not the boss. Too young, remember? I'm Rahim. Brecken's in charge here. На вообще мне рация-то здесь. Ну ладно. Дайте мне спрыгнуть. Жаза, дайте мне спрыгнуть. Вид-то красивый, но такие виды я уже видел в Mass Effect. Чисто реально вид коридорный. Ну, посмотрим еще. Режим за зомби мне здесь понравился. I'm not lazy, you little shit. Ленивый ты или нет? You know this one? What did the zombie say to his date? Oh god, dude, enough with the stupid jokes. But what did he say? Поговорить с тобой уже не получится. Как мне выбраться-то отсюда? Where do you think you're going? The 13th floor. I'm getting some stuff for Rahim. 13? Shit. That's gonna be some dirty work. But we all got to pull our weight around here, huh? Нифига не понял. Что-то может быть не просто. Или у них здание не зачищено вообще никак. Crane here. Where were you? We've been waiting for your report. It's been over 70 hours. I lost my radio for a while. Don't worry, my cover's intact. No contact with the tower's leader yet. Unable to confirm identity. I'm taking steps to blend in. Acknowledged. Time is of the essence, Crane. Remember that. There's one more thing. I got bitten. I've shown no symptoms, but the people here say I'm infected. Then you'd better get your hands on some antisyn ASAP. Help! Had to. Help! Somebody! What the hell? Mm-hmm. Так. Инвентарь здесь есть, вес есть. Так, а параметры, элементы управления, клавиатура, мышь, ура. Назначение клавиш. Так, снаряжение, захват, прицел. Фонарь. Т. Вылечить аж, ёпта.
У меня что? А, у меня пальцы так порвутся нафиг. Да, тут надо, конечно, будет поработать. Не оружие. Ага. У нас тут детектор есть. Зачем мне меню оружия? Ну ладно. Я думал, да я дверь так ломаю, ага, это у него силёнки кончаются. Опять нельзя выбраться. А чё, дверь с ноги не выбить, да? Ладно. Кого мы там спасали-то вообще? I cut my arm getting away from him. Oh God, you had to kill him, didn't you? God damn it! That was my brother. I came down to see him and... Easy, easy. It's all right now. I'll get help. Hey, Raheem, this is Crane. I'm down here on 13. Listen, this guy of yours got fucked up pretty bad getting away from a zombie. Oh shit, 31? Went after Mark? Is it safe down there? Yeah, well, it's safe enough now. Okay, don't move. I'm sending Lena downstairs. Hey, hold still. Lena will be here any minute. Gauze. You've got to find some gauze. Oh, and alcohol. Combine them. That will stop the bleeding. I try to stay calm, okay? I'll be right... Где эти марли найду? И где спирт я тебя найду? Пошандарамуемся. Так, здесь я уже бывал. Не интересно. Так, изолента, силовой кабель у меня есть. Круто. Марли и Спирт должны быть в ванной комнате.
Так, алкоголь нашли. Круто. Спирт называется алкоголем. Да, с пивной бутылки. Хрена тут суровые сибирские парни пиво пьют, называется. Давай по бутылочке пивка, по бутылочке спиртику 0,5, да? Я так 40, считай, ну так, по литрочку выпить. Ну-ну. Так. Марля. Так, алкоголь есть, изолента есть. Да, как-то уже больно все слишком ограничено. Ну ладно, давай еще раз пробежимся. Фонарик даже, блин, включу. Может, гвоздями ему поможем? Вобьем пару в голову. И все. И счастье. Правда, для кого, непонятно. Экс. Эта хрень открывается. До этого открываться вроде как не хотелось. Чусти. Прям как строительный магазин зашел. Гвозди, гвозди, гвозди. Ой, подставка из-под чайника. Какая-то маленькая микроволновка. Мне и то больше раза в три. Нет, раза в два. Так, ладно. Все больше ни хрена не вижу. Значит, марля должна быть где-то дядь тут. О, давайте ёшек в жопу засуну. Ай. Где найти эту марлю чёртову, а? Вон рубашка висит. Давай рубашку. Расхреначим. Да твою ж налево. Ничего не подсветится.
Так. Okay, I think that's everything I'm gonna find. Let's give this a shot. А зомби вылезет. У меня зубная щетка всегда в стаканчике лежит. Прикольно, если бы там зомби был так. Ой, я бы точно потом бы не уснул. Такс. Че, флоппи дискета не нужна? Так, надо быть тут повнимательнее. А птичка, иди сюда. Okay, who's hurt? He's bleeding pretty bad. Let me see him. Gauze and alcohol, huh? Pretty primitive, but it'll work. Thanks for the help. I'll take care of him from here. Well done, 31. For a new guy. Perhaps I misjudged you. Yeah, I just want to help out and repay you guys for what you did for me. Well, good. Come find me, and we'll talk about how you can do that. Ну, слушай, пока игра такая, довольно-таки неплохая, но это режим зомби провел. Посмотрим, локационно или нет. Просто я почему-то... Может, я путаю, конечно, но я помню игру тоже, вроде Dying Light, она вроде была, но она была жутко локационная. То есть маленькие локации, неинтересные. Ну, вообще-то были довольно-таки уродские персонажи там. Здесь они нормально сделаны. То есть я попутал ее с какой-то игрой, поэтому не, даже не играл. Что ж, печально. Ну ладно, я на этом, в принципе, первый взгляд закончу. Как вы видите сами, игра вроде как... не хреновенькая. Посмотрим, когда продолжу снимать, так сказать. All right, taken care of. Piece of cake. What else you got for me? Well, let me think. Rahim, you are just smart enough to be dangerous, you know that? Omar told me about your plans for the nest. Explosive charges? Really? What? Explosives? Oh, I never please. Said that. You can't tell a convincing lie to save your life. I know what I'm doing. Yeah? You think you can't die? You're not my mom. No, I'm not. Our mom's dead. So you might want to be a little nicer to me since I'm the only family you have left. Especially now that Amir is gone. You're Jade, right? Right. I just wanted to thank you for what you did for me and tell you how sorry I am for your loss. I owe you and Amir my life. Yeah, you do. You want to return the favor? Keep my dipshit brother from killing himself. No explosives, Rahim.
Не, ну приятно сделаны сцены. Ладно, народ, я на этом закончу. В принципе, потом, может, продолжу. Сейчас сранейс поснимать. Но я игру подизучаю посильнее, чтобы сделать по нее обзор. Но вообще-то очень довольно любопытно. Скорее всего, локальный мир создам. То, что я прыгнуть как бы не могу и вниз свалиться, это меня немного обижает. Возможно, просто эта локация какая-то база. Но вот насчет локальной игры, вот это вот любопытно. Там же могут вторгаться к тебе. Ладно, буду выяснять. Всем удачи, всем пока.